Любая работа начинается с того, чтобы обесточить аккумулятор и убрать его, все же подмешался. Поэтому мы снимаем клеммы с аккумулятора. Но обращаю внимание, что после этого машина все замки только открывать ключами. Уже не будет работать ваша кнопочка, соответственно. Так, сюда мы снимаем. И убираем отсюда сразу, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Ну, далее снимаем крышку двигателя, защиту, это все быстренько сейчас. Снимаем воздушный фильтр. Открутил пробочку с радиатора. Как только открываю, так пошел слив. Все. Жидкость вся ушла. Ушла и хорошо. Чтобы не забыть, пробочку на низ надо закрутить. Закручиваем. Очень мало жидкости у меня получилось. Оставим пробочку открытой, пусть вливается дальше. Ну а сейчас снимаем верхние и нижние шланги радиатора. Вот и все. Сняли, все. Это мы сняли. Вот мы шланги поснимали. Отключаем литр-разъемы. Делается разъем. Опа. Так. Стоит разъем. Есть. Два, три. Разъема. Оба вместе. Все три отключил. Теперь надо пробовать соединить. Открутить разъем. Отсоединить отсюда. Блин, снег убрать отсюда. Это на месте, в общем, чуть не потерялось. Вот все разъемы мы отключили. Теперь надо вот этот вот датчик
включить датчик. Он включается не так-то просто. Сейчас мы его зальем с ним сначала. Так. А потом вот туда соединяем. Кнопочка у меня. Кнопка такая стоит. Кнопку не снимешь, вот не стоит. Сейчас мы поставим кнопку. Безлинные датчики. Опа! Это разъединяем все. А сколько пока она не среди потерялась. Все. И теперь это все в сторону. Туда вот. Брат. У меня стоит газовое оборудование, поэтому мы сейчас отсоединяем его полностью отсюда. Опа! Это нам тоже не надо. Убираем сторону.
Вот отсоединил эти два шланга. Эти два шланга отсоединил, вот они. Два шланга отсоединили. Вот они. Раз. Мы его отсоединили. Раз. И второй рядышком. Вот он. Второй рядышком тоже отсоединен. Все, отсоединили их. Дальше что у нас еще? Смотрим. Еще у нас тут есть вот эти разъемы. Электрические разъемы, она тоже соединить будет. Чтобы не было проблем с этим. Так, что там у нас еще? Два разъема, да? А здесь у нас что держит? Вот эта вот коробочка держит, надо ее снять. Вот этот блок весь управления снять надо отсюда. Он снимает сейчас. Это я снял отсюда. Шланг, тут не забыть. Шланг снят. Шланг снят вот отсюда вот. Идет на воздухозаборник. Сейчас снимаем тут те шланги, два с термостата. Снимаем термостат полностью в сборе.
Давайте два снимем. И это не спустим. Надорванный. Опа. Может, поэтому мне и хреново шло. Смотреть будет. Шланг, который под вот с этого прибора. Шланг вот с этого. Вот он шланг. С этого прибора подавал сюда. Вот подача, где воздуха идет. Туда. И он был оборван. Сейчас с него пошли много жидкости, с него пошла, когда я его открыл. Ну-ка. Так. Проверяем. Так вот что значит. Значит, могло вполне вода не поступать туда, в масло. А скорее всего могла вот здесь вытекать вода. Могла вот здесь вытекать вода. Вот в этом месте. Где шланг подключается отсюда. Вот. Проливает воду, он идет. Этот шланг идет. Термостат. Нижний идет термостат, верхний идет сюда вот. А в него подает воду с термостата, тоже подает воду горячую. Поэтому, когда температура определенно достигает, то переключается этот прибор. А раз вот здесь утечка была, соответственно, значит, жидкость у меня уходила с радиатора. Как я эту утечку не видел, не знаю. Но шланг здесь был порванный. Вот тебе и нюанс один. Уже у нас прояснилась ситуация. Где чего и как.
Так что нижний нам надо откручивать. Их только два. Вот эти вот два открутить надо было. Тогда крышка снимается. Но эти два уже к верхней крышке прикрепятся. Поэтому тут я зря сделал. Допустим, сразу на место. Чтобы снять верхнюю защиту, не считая того, что я уже верхние два здесь снял уже, и так крепилась та крышка, здесь надо все открутить два болта. Вот здесь вот находится и вот здесь. Вот они. Когда я их откручиваю, я спокойно вынимаю. И у меня уже поступает необходимый материал для дальнейшей работы.
Как откручивал, так и закручивать буду. Каждую гайку на свое место. Чтобы не покупать новые гайки и не закручивать. Но это не все. Ее так не снимешь. Там еще ее держит. Рычаг так держит. Вон она. Держит там еще одну. Так просто не вынешь ее. Будет, не будет мешать. Там трубка идет. Так, ну все понятно. Верхнюю мерзную точку надо подогнать будет вот под эту вот. Вот она. Но для этого нам нужно что? Нужно провернуть колесо. Будем проворачивать колесо. Но уже не сегодня.